А вот глава британского МИДа передумал ехать в Москву. В России его ожидали с визитом послезавтра. Но из-за эскалации в Сирии Борис Джонсон отменил поездку. Этот визит должен был стать историческим. Последние 5 лет британские топ-чиновники не навещали российскую столицу. Джонсона возмущает, что даже после химической атаки на мирных жителей Россия продолжает поддерживать режим Асада. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала повод для отмены визита Джонсона в Россию абсурдным. И, как сообщают некоторые СМИ, Москва отключила канал связи с Пентагоном. Якобы прервано сообщение между оборонными ведомствами России и США, по которым осуществлялась координация военных действий в Сирии. Но официального подтверждения этой информации нет.